Ух ты, а что, теперь можно так вот на работе в открытую бухать, да? А я здесь уже почти и не работаю. Скандала с Киркоровым не будет. Лев меня уволит. И София у меня уйдет. Да и у тебя до льва вон Киркоров уведется. Посмотри, как он ее обхаживает, а? Перец болгарский. Ревнивый мавр, говоришь? Было очень приятно познакомиться. И мне. Руки убрал от моей женщины? Что, простите? Фанаток своих иди лапой. Миш, ты что, с ума сошел? Возможно, я себя вел не совсем достойно. Прошу прощения. Плохо просишь. Ну что, ударишь меня? Давай. Пойду переоденусь. Ну и вали, трусло двухметровое. Никогда мне его дерьмопесни не нравились. Что ты сказал про мои песни? А? Ну иди сюда, морда пигмейская! Не, никаких комментариев. Вот он разгромил, пусть он и комментирует. Жаль, он в тебя стулом не попал. Еще б такие фотки из больнички были. С меня премия. Спасибо, не обязательно. О! Привет, Филя, дорогой. Слушай, извини. Давай в воскресенье ко мне на яхту. Заглажу вину 50-летним портвейном. Конечно, конечно, не волнуйся. Это хамло я уже давно уволил. Да, пока. Целую, дорогой. Кого вы уволили? Да тебя, Миш, тебя. Ну а что делать? Реакция хозяина на действия подчиненного должна быть адекватной. К тому же я Филе обещал. Погоди. Уволить мне этого бравого парня? Хочешь совет? Не тупи. Бери премию и вали. Гарант. Премьера. С понедельника по четверг в 9 вечера на телеканале Супер.